Зампредседателя Республиканской партии Армении Армен Ашатян заявил, что впервые в мировой истории руководитель, погубивший свой народ, переизбран. Он также подчеркнул, что этим обстоятельством пользуются два человека – Алиев и Никол. На заседании парламента любые обвинения, которые выдвигала оппозиция, Пашинян отметал, ссылаясь на полученные 20 июня голоса, отметил депутат. По его мнению, такого же стиля придерживался президент Азербайджана, когда в интервью CNN говорил, что армянский народ смирился с действительностью, переизбрав Пашиняна. Именно поэтому сегодня самая большая угроза – это деятельность правительства. «Политическое существование Никола Пашиняна и его хунты – первоочередная угроза Армении», подчеркнул Армен Ашатян.